Лори Скан – единственный официальный представитель Скания в республике. Компания реализует коммерческий транспорт от шведской корпорации. Дори Скан всегда открыт для своих клиентов. Предоставление услуг компании имеет ряд преимуществ. Финансовый инструмент сильно развит. Работаем со многими предприятиями нашей республики, именно лизинговыми компаниями. В сравнении с другими регионами мы находимся достаточно на хорошем уровне. Планы поставлены нами. Мы стараемся выполнять. Естественно, это все благодаря нашим менеджерам и качеству наших представляемых услуг, именно сервиса. Автотехника под маркой «Скания» имеет высокую надежность, качество сборки, комфортабельность. Автомобили «Скания» отличаются своей безопасностью, широкий обзор лобового стекла и отсутствие мертвых зон. Не секрет, что топливо постоянно растет в цене, но машины этой марки будут экономить горючее, не теряя при этом мощность и производительность. Плюс ко всему, эта автотехника меньше других загрязняет окружающую среду. Отличаются высокой топливной экономичностью за счет разработанного нового модельного ряда двигателей, 13-литрового двигателя класса Евро-4. Мочевина поступает в глушитель, где отработавшие газы преобразуются, и выхлоп становится стандартом, соответствует Евро-4 либо Евро-5. Также компания Дори Скан предоставляет клиентам качественную тяжелую технику. Сервисное обслуживание, которое проводит компания, тоже на высшем уровне. В сервис-центре работают высококвалифицированные специалисты, которые выполняют ремонт любой сложности. В сервис-центре Скани в Чебоксарах стоит качественное оборудование, которое специально изготовили для того, чтобы ремонтировать автотехнику этой марки. Для того, чтобы заменить детали, которые износились в технике, мастера компании применяют только оригинальные запасные части. Все автомобили Скани модульной конструкции. Все узлы взаимозаменяемые. В Дори Скан техника собирается индивидуально под каждого клиента, исходя из потребностей. В сервис-центре есть возможность установить любое дополнительное оборудование на приобретенное транспортное средство.